Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы приехали поздравить Кенден Розу Кыргызовну с 90-летием. Нас пригласил первый секретарь Казанского районного отделения КПРФ для того, чтобы поздравить с юбилеем нашу бабушку, нашего ветерана. Мы пришли не с пустой рукой, для стола мы принесли вам торт, сюда на стол положу. Уважаемая Роза Кыргызовна, мы передаем вам почетную грамоту Коммунистической партии Российской Федерации за вашу самоотверженную работу в течение жизни, да, в связи с 90-летием. Это почетная грамота Центрального комитета нашей партии. Также позвольте вручить вам удостоверение, медаль «Дети войны». Так как вы попадаете под эту категорию, «Дети войны» – это у нас люди, родившиеся 28-го года по 1 сентября 45-го года. На самом деле у нас в республике есть организация «Дети войны». Мы ведем работу о том, чтобы были доплаты людям, которые попадают под эту категорию. Денежное довольствие. И приравняли их с участниками войны, Великой Отечественной войны. Поэтому поздравляю вас с столь значимой датой, с юбилеем. И желаем, чтобы вы также нас радовали своими советами. Я это очень большое спасибо вам, нашему республиканскому комитету по коммунистической партии, Рескому и Центральному комитету Коммунистической партии Российской Федерации. Спасибо вам большое, что вы меня не забыли, не забываете. Мне очень рада. Я благодарю. Здравствует Коммунистическая партия. Коммунизм славится по всему миру. Да, здравствует коммунизм.